людям выдают бюллетень, в котором проголосовали за Луку, на руки. То есть люди просто должны прийти на избирательный участок, получить чистый бюллетень, когда приходит день голосования, заходят в кабинку, бюллетень, который им выдали заранее, они бросают в урну, а чистый они обязаны отдать на улице, как гарант того, что они сделали все честно. Стандартный вариант карусели, ну, Плохотнюк просто привык на Пёрском с 60-х годов и ничего, в принципе, менять, вижу, не хочет. У меня просьба к тем, кто за кого заставляет. Я буду проводить разъяснительную кампанию по всей стране. Если режим такой умный заставляет голосовать того или иного госслужащего за их кандидата, просто рядом с той печатью нужно будет поставить еще одну, и бюллетень будет признан недействительным. Это один из четких аргументов, как можно испортить те бюллетени, которые людям будут раздавать в налоговой, на железной дороге и в других госструктурах.